Минуглиэнерго ДНР запланировало открытие от 2 до 4 новых горных выработок до конца года. Ближайшее открытие лавы состоится завтра на шахте имени Кирова. Пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщает, что до конца 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 4 новых горных выработки. До конца года планируется открытие 2-4 новых лав. Ближайшее открытие состоится 20 ноября. Это запуск нового очистного забоя на шахте имени Кирова ГПМа «Киев-Уголь». Затем, по планам на конец ноября, начало декабря, запланировано открытие на шахте Иловайская ГП «Шахтерск-Антрацит». Но сроки могут двигаться. Шахта «Шахтерская глубокая» ГП «Шахтерск-Антрацит» и шахта «Северная» ГПМа «Киев-Уголь» под вопросом. Тут либо конец 2015 года, либо начало 2016 года, говорится в заявлении ведомства. Отметим, что новая лава на шахте имени Кирова государственного предприятия «Макиев-Уголь», которая будет запущена 20 ноября, станет уже пятой по счету в ДНР в 2015 году. По данным Минугля, длина очистного забоя составит 230 метров, мощность пласта 95 метров, а суточный объем добычи угля на новой лаве будет от 800 до 1000 тонн угля.